Эти товары принесут вам $1000, если вы начнете заниматься бизнесом на Amazon прямо сейчас. И в этом видео, ребята, я вам покажу и расскажу, как, собственно, заниматься данной бизнес-моделью от А до Я. Как делать вот такие вот продажи, как зарабатывать на полном автопилоте. И я вам покажу прибыльные товары, которые вы можете начать продавать. Но прежде чем я начну это видео, ребята, вы должны знать про очень важное событие, которое стартует у нас буквально вот через неделю. Плюс-минус, это мой пошаговый вебинар о заработке на Amazon. Только 100 мест. Я расскажу все про модели FBA и FBM. Первый раз в жизни делаю такой вебинар, где я буду говорить про две модели. Пошагово расскажу вам, как начать, как находить прибыльные товары, как ставить все на автопилот, как масштабироваться. Все, ребят, будет на вебинаре. Самое главное, отвечу на все ваши вопросы. Будет также важный запуск в конце вебинара, поэтому обязательно не пропустите данное событие. Записи не будет. Ссылочку внизу оставлю под этим видео. Регистрируйтесь на мой бесплатный вебинар, который будет буквально вот, ну, плюс-минус неделя. Поэтому регистрируйтесь как можно скорее. Места ограничены, ребята. Вот так вот. Поэтому да. Смотрите, сегодня мы поговорим про товары. Про товары, про какие товары нужно продавать на Amazon. Опять же, как начать этот бизнес, как он работает и так далее. Буквально минутку вступления про меня, ребят, и мы начнем. Извиняюсь, если, может быть, это долго, но очень много важной информации нужно вам дать, передать. Поэтому про вебинар вы поняли. Меня зовут Андрей Крейсберг, ребят. Я продаю на Amazon уже сколько, 10-11 лет. 11 лет будет в ноябре 2024 года. Я записываю это в октябре видео. Занимаюсь этим бизнесом очень давно. И коммерцией, eBay, Amazon, дропшиппинг, FBA, перепродажа товаров. Обучил более 5000 человек. Что касается обучения, ребят, обучение Amazon Mastery, также будет новое обучение очень скоро по Amazon Mastery, по двум моделям, это тоже очень важный анонс, ссылочка внизу в описании. Если что, пишите мне в Telegram, задавайте вопросы перед вступлением и так далее. Все ссылки внизу, также там будут мои соцсети, мой наш Telegram-канал, где много бесплатной информации, поставщики, трафареты разные, скрипты, оптовики, все, что нужно для того, чтобы начать и каждый день какую-то информацию укладывать для вас. Какие-то важные посты, делюсь с вами разной информацией для старта в этом бизнесе. В общем, ребят, поехали. Обязательно переходите и регистрируйтесь на вебинар. И если вы совсем новичок, то комментируйте слово «гайд». Гайд, 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 гайд. Пишите слово «гайд». Если вдруг не можете найти ссылку, пишите слово «вебинар», я вам ее еще раз отправлю, продублирую. Пишите «гайд о заработке на Amazon». Наверное, гайд мы не будем сейчас писать, ребят, потому что у меня сейчас будет вебинар. Он будет 10 раз круче всякого гайда. Поэтому да, ребят, поехали. Что мы сейчас будем с вами делать? Мы сейчас будем начинать регистрировать аккаунт на Amazon. С чего, собственно, мы начинаем? Да, опять же, перед тем, как мы находим товары, перед тем, как мы понимаем, что нам нужно что-то продавать, нам нужно зарегистрироваться. Зарегистрировать селлер аккаунт на Amazon. Проходим мы по ссылочке, которая у вас сейчас на экране. Ничего сложного нету. Опять же, просто регистрируем, порядка 20 минут вашего времени занимает. В таких двух словах вам объясню, потому что сама регистрация займет порядком часа мне, если я буду делать ее прямо сейчас в эфире для вас. Да. Все, планирую видео запустить про регистрацию. Может быть, оно уже есть, вы смотрите это видео сейчас на канале, может быть, нет. Недавно сделал 17-страничный пошаговый гайд о самой регистрации. Кстати, можете найти информацию про пошаговую регистрацию в моем телеграм-канале, там уже кидал пост недавно, полистайте. И здесь ничего сложного нет, вы регистрируетесь либо как юрлицо, либо как физическое лицо. Опять же, если регистрируете как физическое лицо на Amazon, то, опять же, любой, в принципе, паспорт подходит. Там они исключают там 6-7 стран по понятным причинам, через которые нельзя зарегистрироваться. Но, в принципе, можно с любым паспортом зарегистрироваться и на юрлицо тоже. Да, вам нужны базовые вещи, такие как ваш паспорт, ID-документ, банк, выписка из банка, карточка рабочая, Visa, debit card, и в принципе все, и ваш адрес физический, который вы можете также подтвердить и так далее. Да, это тоже очень необходимо, это надо, да. И все, вы можете, в принципе, пройти регистрацию, там займет порядка 20-30 минут. Как правило, в конце будет видеоверификация, вы сделали селлер аккаунт, и все, пошло-поехало, вы зарегистрировались на Amazon. Как мы ищем прибыльные товары и какие товары я вам покажу в этом видео, ребят. Поэтому смотрите это видео до конца и очень внимательно. Как это все работает, да? Бизнес на Amazon на самом деле довольно-таки простая вещь. Тут ничего сложного нету. Банально мы заходим на один из онлайн-ритейл-поставщиков. В этом примере это Pampered Chef. Просто рандомный Pampered Chef. Да, у меня есть список из
30 поставщиков, которых я рекомендую для старта совершенно бесплатно. В моем телеграм-канале ссылочка внизу в описании. Посмотрите, прямо ставлю вот там текстом топ-30 поставщиков. Переходите и забирайте. Есть вот на самом деле много очень ритейл-магазинов. Есть очень много поставщиков в США, в Англии, опять же. Ну, такие главные англоязычные маркетплейсы, англоязычные рынки, да. Но не все поставщики, не все ритейлеры, они годны для перепродажи. То есть они не все, они через них можно находить прибыльные товары столь успешно, если сравнивать там с какими-нибудь другими. Например, Pampers Chef, тут можно находить прибыльные товары очень быстро. Допустим, я зайду на категорию, допустим, Kitchen Tools. Просто. И не факт, что я сейчас что-то вам найду, ребят, да, но я постараюсь это сделать. Вот. Здесь у нас Serving Spatula. Окей, открываем эту спатчулу. Это, я не знаю, будет спатчула правильно по-русски, но какая-то лопатка для, короче, да. Cup Slicer, Mix and Chop за $16. Pampers Chef такой generic сайт, что на нем можно находить Ice Cream Scooper за $14.50. Здесь можно находить товары очень простые, Magic Cup. Я вот многие из этих товаров, я их знаю, даже по скидке, я знаю, что они продаются на Amazon, допустим, Food Chopper. И здесь важно добавлять название магазина в конце, потому что он будет находить его по, смотрите, Pampers Chef, видите, он будет находить его в Amazon, вбиваем заголовок, да, переходим на Amazon, он будет находить его по поставщику, скорее всего. Так, в данном примере у нас вот такой вот Food Chopper, пытаюсь найти его, но я его не могу найти подороже намного, поэтому его не... Я даже тратить свое время не буду. Может быть, он с листинг сняли. Measure all cup. Опять же, тоже, может, Pampers Chef два раза не писать. Вбиваем на Amazon, ищем такой же товар. Measure all cup, Pampers Chef. Сколько он у нас стоит? $13. И здесь у нас, соответственно, он продается $24 на Amazon. Такой же это cup вообще. Ну, плюс-минус. Ну, тут... Это с Pampers Chef, мы точно знаем, тут разновидности особо не будет. Смотрите, открываем наше решение Seller Amp, то есть я сейчас ищу вам прибыльные товары. Эта модель работает очень просто, да, то есть здесь у нас не будет прибыли, скорее всего, 2,77 получается, $13, 2,77 прибыль. Ну, в принципе, прибыль есть, кстати, 2,77, 21% ROI, но к этому добавлять будем еще, опять же, расходы на преп-центр и так далее. Как работает данная бизнес-модель? Вот если вы совсем новичок, вы только зашли, Андрей, блин, я вот смотрю, ты зашел, сказал что-то про аккаунт, сказал про свой вебинар. Вебинар обязательно регистрируйтесь, ребята, еще раз напоминаю. Но я вот не понимаю, вот что ты делаешь, ты ищешь товар, ты вот для чего ты его ищешь, зачем ты это делаешь? Ну, смотрите, ребята, в двух словах. Модель онлайн-арбитраж, я думаю, вы сами догадались, что мы делаем. Мы ищем дешевле, чтобы продать дороже и отправить на Amazon, и Amazon сделает весь fulfillment за нас. Эта модель называется онлайн-арбитраж FBA. Это когда мы используем склады Amazon, они делают весь fulfillment за нас. Вот и все. Да? То есть мы берем, находим прибыльные товары, мы отправляем их на переупаковку к себе, либо на преп-центр. Поговорим про это чуть попозже, ребят, не волнуйтесь. Да? Они перепаковывают товар, клеят вашу наклейку на единицу, это один товар. Там отправили там 10 единиц, а наклеили не на 10 единиц, взяли... Потом они создали шипмент в вашем селлер-аккаунте, в вашем аккаунте продавца, они создают так называемый шипмент, как будет по-русски. Я вот все время вот не удосужился ни разу проверить, как будет шипмент правильно по-русски, потому что его так и называют шипмент. Шипмент это создают операцию по отправке товара на Amazon. Сделали эту операцию, эту квоту, и он отправляется на Amazon, курьер забирает его, падает на склады, вы, соответственно, появляетесь на вот этой карточке, на этом листинге, да, это листинг продажи, да, вот, листинг товара на Amazon, да, и вы начинаете здесь продаваться, вот вы, допустим, смотрите, вот вы как продавец, sold by, смотрите, sold by, out of stock LLC from Amazon, ships from Amazon, да, то есть вы, вот там, Петя, Вася, Елена, без разницы, или там, не знаю, там, Елена Trade Enterprises, назвали свой магазин на Amazon,
И вы sold by Elena Trade Enterprises ships from Amazon и отправляется с Amazon. Если вы отправляли бы сами, там было написано ships and sold by Elena Enterprises. То есть вы сами бы отправляли. Вот это уже модель FBM. Но про это мы уже отдельно будем с вами, ребята, говорить. У меня есть и видео про FBM модель, про двухшаговый дропшиппинг тоже. В правом верхнем углу можете посмотреть, я делал. Только после того, как посмотрите видео до конца, ребята, потому что это очень важно. На вебинаре я буду все про FBA и про FBM говорить, поэтому, ребята, не пропустите, да. Вот. И вы, соответственно, прелесть модели FBA в том, что вы Amazon делает все за вас. Вы, в принципе, просто ваша основная функция – это находить прибыльные товары. На это можно тратить 1-2 часа в день. В принципе, да, если вы правильно ищете товары, и вы можете за 1-2 часа найти там 5-10 хороших товаров, если вы все делаете быстро и правильно. No problem. Вы можете найти ассистента, который будет на нем искать товары за вас, вы просто будете сидеть на стуле, ничего не делать, либо там заниматься своими делами. Этот бизнес максимально автоматизирован, если его правильно поставить на автопилот. Я на это трачу очень много своего времени, аутсорсинг – это все. В том числе я обучаю аутсорсингу, нанимаю ассистентов и так далее. Это просто вот очень-очень-очень важно, да. Вот, поэтому, да, что касается FBA, вы просто находите товар, отправляете их на Amazon, и они уже после того, как вы продали товар, берут товар у себя со склада, отправляют его напрямую клиенту, вы ничего не делаете. Если клиенту что-то не понравилось, там возврат какой-то есть, опять же, возврат – это маленький процент. Там порядком от 1-2% ваших заказов это будет возврат, что ничего. Там из 100 продаж вы сделаете, у вас будет 1-2 возврата, вот и все. Товар отправляется обратно на Amazon, падает на ваши склады, если он в нормальном состоянии, он начинает продаваться дальше. Если нет, там уже разбираетесь, Amazon вам денежку возвращает там, и так далее, либо нет. По-разному, опять же, бывает, но опять же, про возвраты можно даже не переживать, чтобы вы понимали, да, смотрите. Вот, поэтому так и работает модель FBA, да, это... Если что, ребят, мы сейчас говорим, как начать бизнес на Amazon, это пошаговый гайд для старта, если вы еще не знали, да. Ребят, поставьте лайк под этим видео, я забыл вас попросить, подпишитесь на канал, если информация полезна. Если вы хотите больше такого контента, где разбираю разные темы, показываю товары, и мы сейчас пойдем к самому интересному, ребят. Я вам сейчас покажу товары, которые могут зарабатывать вам $1000, да. Собственно, этот товар, у него 228 продаж в месяц, у него прибыль здесь будет, добавляем цену процентов 14 баксов, $1.77, ну, $1.50 вы будете там с него иметь, окей, на 228 продаж в месяц, это $250 в месяц можете с него зарабатывать, минус конкуренция, есть конкуренция на товаре, вы не будете все продажи забирать наличными, есть другие продавцы и так далее, то есть продажи у вас будет там в 3-4 раза будет меньше, но опять же, все в количестве, наверняка уже провернули в голове, чем больше у вас товаров на продажу, тем больше вы будете зарабатывать, потому что это все, как говорится по-английски, numbers game, это все игра чисел, numbers game. Да, вот, смотрите, $77, 14, окей, вышли с этого товара, да, что мы, собственно, делаем дальше, можете поискать дальше товары, можете, давайте я посмотрю, не знаю, там, close and cut set, окей, cool, эту спатчулу я видел много раз, ребят, 7.50, я не знаю, нет, не именно эту спатчулу видел, короче, боже, как будет спатчула по-русски, ребят, кто знает, как будет спатчула по-русски, поставьте в комментариях, мне вот интересно, реально, кто-то, как вообще спатчула, как это будет, что это такое-то, что это вообще такое, как это, я даже не знаю, я помню, по-моему, где-то я смотрел это слово как-то в переводчике, и, ну, именно, дословный перевод, и мне это слово, кстати, было довольно-таки незнакомо. 12.99, вот у нас Pampersha, вот смотрите, $21. Он, видите, он $10 стоил, точно такая же штука, $21. Сейчас он 7.50. Давайте посмотрим на прибыль данного товара, ребят. Сейчас ждем, пока загрузится страница, давайте посмотрим на эту прибыль. Это наверняка будет что-то такое вау. Окей? В принципе, вам понятен, да, ребят, пока это грузится товар, я вам сейчас покажу товаров на $1000, пару еще примеров и расскажу, как заниматься этим бизнесом дальше, что вы делаете, собственно, да. Опять же, есть анализ продукта, нужно понимать, как его анализировать, правильно смотреть. Опять же, у нас есть расширение, которое sell, вот это расширение seller ambi, ссылочка внизу в описании под него оставлю. Классное расширение, ребят, подписывайтесь по моей ссылочке, получаете 14 дней бесплатной подписки, да. Вот здесь он получается, здесь, ребят, здесь вау, здесь крутяк, какой класс, смотрите, 7.50,
покупаем 7,24 чистой прибыли, мы получаем с данного товара. 7,24 чистой прибыли с данного товара, ребят. Это я просто вам сейчас нашел в этом видео. Я знаю просто, куда идти, где смотреть, я знаю, что примерно продается, и все. Поэтому мне, я даже не подготавливался. У меня есть для вас два готовых товара сейчас, которые я вам покажу, чтобы понимали, да. Но вот здесь мы нашли даже круче тех, что я вам покажу. 469 умножаем на 7,24, 3000 долларов прибыли с этого товара. Конечно, эти товары, продажи не будут все ваши. Это, кто вам говорит, что ой, там это. Продажи — это хорошо на Amazon, главное, чтобы это была прибыль тоже. Да? И прибыль тоже должна быть, должна make sense, должна правильно трактоваться. Вот, если вам говорят, что вот он будет зарабатывать от этого товара там 5000 долларов, это неправда, конечно. Десятая часть, даже если десятая часть от 3000 будет ваша, 300 баксов, 300, потому что вам еще нужно, не забывайте, закупить количество такое. Может, у вас денег не будет закупить столько в количестве, продать чтобы столько за месяц. Или там ограничение какое-то на магазине есть. Опять же, разные факторы есть в онлайн-ритейле, чтобы вы понимали, да. И эти все тонкости, опять же, это тонкости бизнеса, про которые я рассказываю, обучаю и так далее, да. Вот, 7,24, здесь получается прибыль, здесь классный товар получается, да. Смотрите, давайте я вам сейчас покажу... Вот, пару слов еще, да, у нас здесь инструмент Seller Amp, конечно же, нужно смотреть на рейтинг товара, хорошо товар продается, либо нет, чтобы рейтинг посмотреть, можно его через расширение посмотреть, BSR 59 тысяч, 1%, 1% это рейтинг данного товара, конкретно, ну, именно этого листинга, это товар столько в рейтинге, да, 59 тысяч, 1%. Что это обозначает, если мы спустимся на товар, я сейчас вам покажу, как работает рейтинг. Если у нас кейпа есть, графики, ну, мы сейчас графики сами разбирать не будем, на это уйдет очень много времени. Вот здесь product information, информация о товаре, best sales ranking, видите, kitchen and dining, 62217. У нас есть такой вот листок интересный, вот он, я сейчас с вами и им поделюсь, кстати, совершенно... бесплатно, мне почему-то он не прогрузился, сейчас посмотрю, почему он не прогрузился. Вот такой вот листок, американский sales rank chart, здесь также есть английский, немецкий, канадский там и так далее, на все Amazon такие главные, да, есть таблица с рейтингами. Если мы посмотрим категорию kitchen and dining, он идет под категорией home and kitchen, то мы с вами обратим внимание, что вот здесь общее количество товаров, 166, видите, в разных категориях есть общее количество товаров. Home and Kitchen 166 миллионов. Industrial Scientific 20 миллионов. 8 миллионов Movies and TV. То есть Home and Kitchen — моя самая большая категория. 166 миллионов товаров. Больше только книжки, откуда Amazon и начал, в принципе, специализироваться и сходить. Есть Sports and Outdoor 41 миллион. И, по-моему, Clothing еще. Давайте Clothing с вами найдем. Clothing будет категория 289 миллионов на шмотки. Ё-моё. Да больше, чем Home and Kitchen, конечно же, да. Вот. И да. А букс меньше, 106 миллионов, кстати, букс меньше, чем Home and Kitchen. Home and Kitchen и Clothing — самые большие категории на Amazon. Так вот, если мы смотрим по градации процентов, видите, 1% наверху, 0,5%, 1%, 3,5% и так далее. Чем меньше цифра в категории, тем товар лучше продается. Это так и работает. То есть товар продается, он находится в категории 0,5%, 1%, 3% даже. Мы такие товары покупаем. Этот товар находится в рейтинге 62217, и он смело входит в 1% категории нашего товара. Ну, 60 тысяч, если смотрим по листку, если у вас нет расширения, он входит в 0,5% даже, да. Здесь, кстати, по-моему, Kitchen and Dining был, да, Kitchen and Dining раньше он показывался здесь именно отдельно, но он именно входит из Home and Kitchen, поэтому, да. Вот, поэтому этот листок вы используете для того, чтобы понимать, опять же, какой рейтинг хороший, какой рейтинг плохой. То есть нет у вас, допустим, расширения, я не знаю, зачем, почему вообще, не знаю, почему не брать расширение, потому что расширение будет банально вам, опять же, экономить очень много времени. Здесь можно, здесь калькуляторы, здесь есть фи амазоновские, здесь можно посмотреть, сколько вы будете отправлять, сколько будет вам стоить, видите, фи, все ваши затраты Amazon на отправку товара на Amazon, 0,04 копейки, если вообще показан, потому что товар мега легкий, просто там ничего не весит, да, он там копейки будет, что отправить вам на Amazon. Так вот, что мы делаем дальше? Дальше я сейчас покажу еще примеры прибыльных товаров, которые мы зарабатываем 1000 долларов, чтобы вы понимали, да. Смотрите, у нас есть еще вот такой вот товар, здесь есть у нас английский, кстати, тоже товар, у меня можете подсмотреть, если хотите. Вот такой товар с сайта Walmart.
за 5.97, покупаем, за 18.90 продаем. Это модель онлайн-арбитраж, если что. Да, у нас есть еще и wholesale opt, но это уже такой уровень выше. Да. Я wholesale opt, кстати, обучаю, это очень классная модель, это очень классная бизнес-тема. Да. Вот, 18.90, 5.97, 5.97, 18.90, открываем наш расширение seller amp, смотрим. Почему-то автоматически оно должно открываться, но почему-то не делайте. Да? 5.97, чистая, так, у нас здесь продажная цена 18.90, не 17.90. То есть 18.90 цену, которая сейчас продается. 3.91 чистый прибыль, 163 продажи в месяц. То есть такой довольно-таки живой товар, быстро продается. С Walmart покупаем за 6 баксов, за 12 долларов продается. 3.91 чистой прибыли. Минус преп-центр будет там 3 доллара прибыли, потому что мы доллар сверху наполняем за преп-центр, за перепаковку товара и так далее. Про это сейчас поговорим, да. Это пример первого товара, ребят, для вас. Сейчас покажу еще один товар. Заходим обратно и уже до другой сайт. Просто вам покажу разносторонность. Язык изобретается сейчас сегодня, ребят, на самом деле. Вот немножко что-то приболел чуть-чуть, да, так вот. Кстати, ребят, прокомментирую слово, все-таки хочется мне это выговорить, слово разносторонность. Заедает, бывает, это просто заедает слово, да. Смотрите, в комментариях прокомментируйте слово «гайд», если вы это еще не сделали, чтобы получить по шангайд заработок на Amazon, также ссылочка на вебинар. Посмотрите, ребят, не забывайте про нее, да, ссылочка, там всего лишь 100 мест, записи не будет. Зарегистрируйтесь, внесите свое имя, и чтобы вы получили ссылку на наш приватный телеграм, где будут все оповещения на e-mail, чтобы сразу получили ссылку на мой вебинар, который стартует вот-вот буквально через чуть-чуть больше недели. Дата, все время, и там будет уже, когда зарегистрируетесь, да. Вот, смотрите, здесь такой вот товар у нас. $30 покупаем, 47.03 продаем, сайт Roadskin, какой-то вот glazing milk, какое-то молоко для beauty. 47, открываем наш seller amp, смотрим, что здесь у нас по прибыли. За 30 покупаем, за 47.03, еще немножко здесь нужно внести в наши корректировочки, 47.03. 5.90, 289 продаж в месяц. Да? Да. Ну, здесь у нас будет закупочная цена 31 доллар, потому что мы еще отправляем доллар, берем на единицу за преп-центр. Да? То есть вот вам еще один товар, ребят, который может вам делать 1000 потенциально. Опять же, это один из товаров. Вы все это суммируете, да, вот если там вы можете зарабатывать, вы можете делать 289 продаж в месяц сами, если будете забирать байбокс и будете правильно конкурировать, но это чаще всего нет. Поэтому комбинация из 3-4-5 товаров могут вам смело зарабатывать 1000 долларов. Там 20-30 товаров будут выносить вам 4-5-6 тысяч долларов прибыли в месяц. То есть это все разносторонне. Опять же, чем больше товаров, тем больше диверсификация, тем выше заработок. Потому что у вас будут товары так и так, по которым будете проседать, либо где-то конкуренция будет заходить и так далее. Это бизнес, который только так и работает, чтобы вы понимали. Да? Смотрите, ребят, что мы делаем дальше. Мы берем, покупаем товар, отправляем его на преп-центр. Преп-центр выглядит вот примерно вот так вот. Это просто склады, которые держат, ну, принимают ваши товары на перепаковку с ритейл-магазинов. То есть вам все, что нужно, это искать товары, кликать кнопочку «Купить», «Оплатить» и отправить их на преп-центр. Они перепаковывают товар, клеят вашу наклейку с вашего магазина и отправляют за вас на Amazon. И все, они там начинают уже продаваться и так далее. Преп-центр, как правило, берет там доллар за единицу. Вот, если вам нужен мой рекомендованный преп-центр, который я рекомендую, преп, то комментируйте слово «преп-центр» прямо сейчас, я вам его отправлю. Преп-центр я отправлю надежный, хороший преп-центр для, соответственно, для старта в этом бизнесе. Да? Мне многие спрашивают, многие меня просят рекомендации преп-центра и так далее. Я без проблем отправлю его. Да? Вот, у меня есть преп-центр в Америке, преп-центр в Англии. Если вдруг вы смотрите, хотите заниматься на Amazon Англии, просто комментируйте преп-центр Англии. Да? Доллар, опять же, они доллар, доллар берут за, соответственно, за упаковку товара, за единицу. И, опять же, банально делают всю работу за вас. Вам ничего делать не надо. Это полностью автопилот, это полный automation. Можете, если вы находитесь в Штатах, либо в Англии, сами делать упаковку, заниматься преппингом. Я это делал, я через это проходил.
Я не рекомендую заниматься prepping and packing сами, потому что это просто занимает много вашего свободного времени. Это того не стоит. Вы будете экономить, да, там 100 единиц направили, 100 долларов сэкономили, но эти 100 единиц вы будете тратить на 3-4 часа вашего времени. Вы можете просто час потратить время, чтобы найти прибыльных товаров, которые будут включать в себя уже стоимость преп-центра и стоимость всего этого. То есть, ну, как бы, нашли товар за 7 долларов прибыли, там, доллар вычтите из преп-центра, и все, 6 долларов будет зарабатывать. Вы не тратите время на препинг сами, не занимайтесь всей этой макулатуре, фигню, ерундой. Вот, поэтому да, нужно ставить все на автопилот и ставить на аутсорс, как можно скорее, иначе вы просто не сможете масштабироваться, да. Виртуальные ассистенты также помогают потом в будущем, которые будут искать товары за вас через Филиппины и так далее, да. Поэтому, ребят, это, опять же, если мы говорим про то, как начать бизнес на Amazon, то тут все довольно-таки просто. Вы регистрируете селлер-аккаунт, начинаете искать прибыльные товары, анализируете их, понимаете, делаете анализ, понимаете, что хорошо для вас, что плохо, что продается, что не продается. Отбираете товары, закупаете, отправляете их на преп-центр, преп-центр делает всю работу за вас, вы их подключаете к вашему аккаунту продавца, они там в заходе делают шипмент, отправляют товар за вас, они падают, и вы начинаете просто конкурировать на листинге, на карточке с другими продавцами. Да, нужно использовать там еще отдельные инструменты для репрайсинга, как контролировать buybox, контролировать, опять же, продажи, тоже очень важно, правильно выставлять свою цену. Это все как бы, ну, я за 30 минут времени вам это все не объясню. Я это много всего из этого я вам объясню на моем пошаговом вебинаре, который будет буквально вот, регистрируйте ссылочку внизу в описании, ребята. Я уже сказал про это много раз, да. Поэтому, да, вот, еще раз, ребят, прокомментируйте слово гайд, если вы это еще не сделали. Вот, последний этап данного предприятия, данного бизнеса. Мы вот, чтобы убрать полностью поиск прибыльных товаров, нужно также еще взять и нанять ассистентов с Филиппин. Почти никто про это не рассказывает. Я горжусь этим, что я обучаю именно ассистенту аутсорсингу. Мы нанимаем с Филиппин конкретно. Есть там сайт такой, onlinejobs.ph, я добавлю в описании, да. Вот, и мы берем людей там за 300 баксов в месяц, они берут и делают весь ресерч за нас. 40 часов в неделю они тратят, чтобы искать товары, на Google листок все выгружают, мы просто приходим, смотрим, заказываем, что подходит, что не подходит, они получают за это зарплату, что неплохо нашли, за это не заплатили мы и так далее. Там все, ну, все банально и просто, да. Выставляем какую-то квоту, какой-то критерий, какую-то цель, и все, пошло, поехало, ребят, да. Поэтому это максимально прибыльный бизнес, ребят, если его правильно поставить. Здесь нужно работать, здесь нету никаких розовых, опять же, розовых очков и так далее, здесь ожидания, ваши ожидания будут совпадать с вашим вложением, то, что вы будете вкладывать. Если не будете вкладывать работу, если не будете начинать, банально дайте старт, то у вас все получится. Да? Регистрируйтесь, ребят, на вебинар, у меня скоро выходит новое обучение Amazon Mastery по двум моделям. Вы должны быть на вебинаре, там все пошагово будет от А до Я, записи не будет, ссылочка внизу, ребят, еще раз напоминаю, обязательно зарегистрируйтесь, ребят, вот, пока есть места, просто закроется до старта вебинара, мест не будет, и только 100 мест, вот, и я жду вас всех на данном событии. Всем еще раз спасибо, кто смотрел это видео, будем туда закругляться. Товары можете брать на заметку. Но если видео понравилось, подпишитесь на канал, поставьте лайк, подписка, ребят. Прокомментируйте, если понравилось, просто оставьте пару комментариев для алгоритма YouTube. Буду вам благодарен. Просто класс, все, спасибо, понравилось. И вам не сложно, ну, мне за проделанную работу, мне приятно, это ваш фидбэк. Там лайк, подписка, это как само собой, там комментарии, что-нибудь там. Какие-то вопросы задавайте, ребят. Я лично читаю свои соцсети, лично я веду и читаю. Это не на аутсорсе, поэтому, да, задавайте вопросы. Переходите в Telegram-канал. Наш бесплатный канал, там очень много информации, в закрепе всякие, в закрепе канала много фишек, поставщики, оптовики, там стартовые скрипты, ссылочки и так далее. Все, ребят, всем еще спасибо, увидимся на следующем видео и обязательно, конечно же, на грядущем вебинаре.